Приветствую вас на канале Games Forever. Мы продолжаем прохождение игры. Assassin's Creed Revelations. Вот, нашли мы. А где вы прячете труп? Я одно время. Я не хочу умирать. Я сматываюсь отсюда. Откуда он? У него заморское снаряжение. Ну а потом все его сломали, и он рассыпал. Где вы прячете труп? Я одно время спрашиваю. Готово. Поджигаем. Эй, постойте, можете помочь? Что беспокоит тебя, Амико? Тут какая-то сумасшедшая насылает на людей проклятие. Я сам видел. Проклятие? Ну, не совсем. Это старые византийские монеты. Она подсовывает их людям в карманы тайком, и мне все это совсем не нравится. Погоди, давай пока посмотрим. Тут. Пойду посмотрю. Не уйти! Стража! Ферма, стой! Я слышу звон! Это деньги! Забавное занятие. Подсовывать негодные монетки мужчинам в карманы. Тебя не ловили за этим? Ни разу. Хотя иногда я и сама крала деньги, но только чтобы прокормиться. И не надоело тебе это? Лучше присоединись к ассасинам. Мы за правое дело. Хм. Да, наверное, это будет лучше, чем жить только для себя. Да, я буду с вами. Плюс один. Не сразу. Сейчас сюда идем. Я спущу на тебя стражников, я животное! Я чем-то вас рассердила, сударь? Я отойду. Что с вами такое?
А где этот мирный житель находится? Оставь его! О, черт! Мне конец! Если жизнь и свобода дороги тебе, встань рядом с нами и сражайся за дело мира. Ты пример для всех, Эфенди. Я рад стать одним из вас. Плюс еще один у нас ассасин. Рад тебя видеть, отцу. Нам будет о чем поговорить, если я доживу до завтра. А что, можешь не дожить? Мы узнали, что византийцы собираются проникнуть во дворец Топкапи после возвращения принца Сулеймана из Хаджа. Если они нанесут удар, то сегодня и на устроенном принцем вечере. И каков наш план? Кердешим, это не твоя война. Не стоит тебе лезть в атаманские разборки. Византийцы нашли ключ под дворцом Топкапи, и я хочу выяснить, как. Эцо, мы хотим защитить Шахезада, а не допрашивать его. Доверься мне. Просто скажи, куда идти. Главные ворота Топкапи. Мы переоденемся в артистов и войдем внутрь. Дельная мысль. Встретимся там. Опередить Юсуф на пути к дворцу. Он фору мне дает, что ли? Опередил. Нормально. Итальянские артисты. Мне это понравится.
Герой могучий защитит всех нас от притеснений. Торжествует справедливость. Ну и видок у меня. Хуже обезьяны. Мой клинок в этой одежде не спрятать. Ты вооружен? На Саладиль, указывай нам цели, а мы там разберемся. Ты умеешь на ней играть? Ну так, умел немного в молодости. Ты когда-то был молод? Сюда нельзя! Слышишь, чего говорю? Проваливай отсюда! Пердонаты, бонсеньоры. Мы артисты, пришли выступать. Любой дурак может таскать с собой инструмент. Пошел вон! И вот пред вами я пою, в пустую только время коты трачу. А вы рады, дурачье? Что это? О, я сейчас заплачу. Бервацин! Жил на свете Дучо, мерзавец и распутник. Если встречу Ладно, я его, проходи, докучай гостям своей игрой. Рукоблудник. Юный Чезаре хвалился, меня не убьет человек. Как он летел с высоты и орал, я не забуду вовек.
МТС! Kaldırın kıçınızı. Boşaltacak iki parti mal daha var. Сколько любовников нужно Лукреции, даме достойной почтения? Лукреции нужно братьев побольше. Странные у нее предпочтения. Ну давай. Ну давай. Здесь вроде чисто. Но я не вижу Сулеймана. Иди со мной. Чтобы о нравах девы судить, на друзей. А вот и торжество. Сулейман, внук султана, правитель Кафы. А ведь ему всего 17. На корабле он представился мне учеником. А это кто? Его дядя Шахизаде Ахмед, любимый сын султана. Он уже приготовился унаследовать трон. За жизнь, за здоровье. Идем. Нам надо найти византийцев. Спасибо, что пришли. Говорят, отыгрывали стрели, девы юные стонут и млеют. Только мне не везет, лишь беру я аккорд, девы юные в страхе белеют. О, Чапкезе! Чапкезе! Мы еще поговорим. Я Добрый вечер. По-итальянски. Надеюсь, вам здесь нравится. Меня вам не понять. Греческих я слов не знаю. Турецких знаю 5. Вот в Ерипации негодяй, мерзавец и подлец. Подонок, псих и грубиян, ну прямо как отец. Эй, ну давай. Прекрасная Флоренция, золотые солнце лучи. Здесь отважные кавалеры. Передавайте привет семье. А дамы их горячи. Трюкосче, трюкосче! Всем покинуть двор! Принц Сулейман, уходим! За ними! Эцио! Рад видеть тебя снова, мио бел менестрелло. Я правильно сказал? Вполне.
Я слышал, вы еще и правитель. Чем же вы не занимаетесь? Разговорами с незнакомцами. Принц Сулейман. Эцу аудиторе. Принц, вы ранены? Кто твой командир, солдат? Тарик Барлетти. Он отлучился по делу. Уберите труп, проводите гостей. Потом вызовите Тарика ко двору. Я мой принц. Тарик Барлетти, капитан янычаров. Личной гвардии султана. То есть семью султана они не охраняют? Как видишь, не слишком хорошо. Эце, у тебя есть минутка? Хочу услышать твое мнение. Да, только переоденусь сначала. Гюзел, как будешь готов, подходи. Сначала сюда. О, отец, это ты? Отпустите меня! А тут ни при чем! Не смотри по сторонам, просто беги! Господи, да что же заставило вас это сделать? И в банке уже 11 тысяч. У меня даже есть полное адаптированное издание органона Аристотеля. Какой же я? Да. У меня есть пергамент. Работа самого. Похоже, это новый способ знакомиться. До свидания и спасибо, сударь. Надеюсь, что прежнее... Какой странный. Весьма зрелищно. Но зачем?
Что на него нашло? Пожалуйста, не трогайте меня! Пожалуйста, не надо! Я пойду! У нас все по-честному! Самые низкие цены в городе! Смотри по сторонам, просто беги! Меня не просто так прозвали шелковым джином. И я к вам. Пора уходить. А там же сильный народ. Какой же я? Я отойду. Покажем им Божий закон! Мы найдем их всех до единого, и тогда они сполна ощутят на себе его гнев! Мои люди бросили работу и ушли играть в кости, но разгрузка не ждет. Что здесь произошло? Это кровь! Эллилер! Так, надо...
Ой, упал. Ну, хорошо, вот это. Я уже очень стосковался по плаванию. Здесь неплохо, но мне не хватает. Я устроил встречу моего дяди Ахмета и капитана янычаров Тарика Барлетти. Янычары преданы моему отцу, но их беспокоит то, кого он хочет видеть своим преемником на троне. Ахмета. Именно. Янычарам по душе мой отец Селим. Да, это проблема. Но как в этом замешаны византийцы? Я думал, ты знаешь. Может, поможешь мне разобраться? Я сам за ними слежу. Я помогу, пока мы будем делать одно дело. Я приму любую помощь. Наверху башни есть люк, что ведет в тайную комнату. Спрячься там. Спрячься. И смотри. Вас не должны обнаружить. Ладно. Племянник прав, Тарик. Вопиющая халатность. На грани измены. А уж то, что ваших янычаров превзошел итальянский лютнист, абсурд. Непростительная ошибка, эфенди. Я сам проведу расследование. Расследование проведу я, Тарик.
по вполне очевидным причинам. Эвет Шезаден, вы мудры, как и ваш отец. И не менее строг. Дядя, я так рад, что вы в порядке. Взаимно, Сулейман. Да хранит тебя Аллах. Тарик Бей, пару слов. В чем была цель этого нападения? Выставить меня слабаком? Плохим правителем? Если к этому приложили руку вы, Тарик, это большая ошибка. Отец выбрал будущим султаном меня, а не брата. Ахмед, я даже помыслить не могу о той мерзости, в которой вы меня обвиняете. Отчего янычары с таким презрением относятся ко мне? Что сделал для вас мой брат, чего не сделал я? Откровенно? Конечно. Вы слабы, Ахмед. Суетливы в мирное время и нерешительны на войне. Вам чужды священные традиции Гази, а среди неверных вы распинаетесь о братстве. Ха. Из вас вышел бы хороший философ, Ахмед, но султаном вы будете никудышным. Ступайте, Тарик. Какова семейка, а? Вашего дядю не любят те, кем ему предстоит командовать. Тарик хороший воин, хотя горд и амбициозен. И он просто обожает отца. Но он не смог предотвратить атаку византийцев. А это уже подозрительно. Верно. С чего мы начнем? Пока понаблюдай за Тариком и янычарами. В свое свободное время они часто бывают на базаре. Хорошо, я попробую. Кажется, весь мир пал мертвым. Эй, стой там! Чем он это делает? Слухам о скором окончании конфликта не суждено было оправдать. Может устоять перед настоящим. За работу. Свежие пиявки! Кому нужно пустить? Боюсь, что я не смогу прийти сюда. О, отец, это ты? Как ему удалось уйти? Нам это... Уходи. Нет ни одной причины сидеть там наверху!
Остановись на минутку! Эй, ты! Я поймаю! Для женщин платки, шарфы и шали. Ты сможешь? У нас есть услуга. Обслуживание и наладки. Если вам нужен лекарь, добро пожаловать! Поблизости. Что за причина такой? Какая необычайная дерзость. Сейчас красным покроешь. Я уверен, что мы еще встретимся. Что вам не терпится обрести просвещение? Вашему слугу много. Я сделал. Простите меня. Черт, не убивай. Пожалуйста. Не сдавайся. Ну что, как тебе теперь против? Бегите. Дерьмо! Очередной труп. Пойду к чам. Беседы Платона с Сократом. Так. Забрать деньги. Прекрасная сделка. Как раз вовремя. У меня даже есть полное адаптированное издание Органона Аристотеля. О, Боже!
надо уходить. И какова причина такого поведения? Ему бы не помешало научиться. Разве это не опасно? Доброго вам дня. Всех этих гнусных сектантов надо предать мучительной смерти. На нас напали? И быстро! На помощь! Я не знаю, что Карра. Нити наших судеб переплелись. Два итальянца, которых занесло на восток. Вы чувствуете силу магнетизма? К вам точно нет, миссэр. Отвяжитесь. Он пристает к вам, София. Простите, миссэр, но мы с этой Донной... А? И дьявола имперсона! Назад! Дуччо, ну здравствуй. Бегите, Бона Дона! Бегите прочь! Кто это был? Он Кане. Он когда-то был помолвлен с моей сестрой. И чем закончилось? Его Кацу сватался еще к 6. Еду, Ганя. А что привело вас на пристань? Да вот, зашла с работы забрать посылку. Но мне сказали, что у капитана что-то не так с бумагами. Вот стою и жду. Кисса Катура, тут и весь день проторчишь. Может, и не придется. Я знаю, как можно обойти правила. Серьезно? Си. Я потом зайду к вам в лавку. Пройдите в порт и выйдите из него незамеченным. Ассасин! Его нужно остановить! Смотри по сторонам, Я знаю один хороший.
Начнем заново. Привет! Тебе не уйти! У нас на допросе скачался подозрительная интрига. А старше не выдержала. Прямо как у того неверного рыцаря. Помнишь его? Кораблекружение возле Измир. Thank you.
убийцу! София Сарпер. Перфетто. Прошу, простите меня, дорогой господин. И как далеко она? Среди городских людей. Ну-ну, очередной псих. Пожалуйста, и Пенди. Я жал внимание. Ну как? Мадам Иджелла, София Сартер, Либрая, Константинополь. О, боже, только взгляните. Они что, от пиратов ей отбивались? Ну, вроде неплохо. О, правда красота? Это копия карты Мартина Вальдза и Мюллера. Видите? Новые земли, описанные мессером Америго Веспуччи. Бедный Христофор Колумб. Как ведь повернулась история? Что вы скажете об этом водном пространстве? Может, новый океан? Все мои знакомые ученые считают, что Земля больше, чем мы думаем. Инкредибели. Чем больше мы узнаем о мире, тем меньше мы о нем знаем. Что ж,
Вы сдержали слово, и я не останусь в долгу. Если все верно, это укажет вам, где находится первая книга. У меня голова кругом идет от мыслей, что я увижу эти книги. Утраченные знания непременно должны быть возвращены. Может быть, я сама отпечатаю несколько копий. 50 уже было бы неплохо. Перкериди? Простите. Приятно видеть такое благородное стремление. Это вдохновляет. Ну надо же, откуда это у вас? Грация, София. Я вернусь. Да против нас умрет! Я не виновен. Я в этом не участвую. Сиктер, пора уходить. Ладно, встретимся мы уже в следующей части нашего прохождения. Что? Жмите лайк, подписывайтесь на мой канал. Страшно. До новых встреч.